благословения отца Александра, настоятеля нашего храма, у нас сложилась благочестивая традиция во время поста читать псалтирь. Мы все являемся прихожанами нашего храма, и благодаря этой благочестивой традиции мы теперь имеем возможность помолиться соборно не только на литургии, но и дома за наших всех сродников и просто даже посторонних людей. Нас объединилось уже более 30 человек, и более 3 лет мы читаем псалтирь во время поста. О духовенстве нашего храма, о благодетелей, о людях, потрудившихся на благо нашего храма, о наших прихожанах, об их сродниках. Мы молимся за здравие и за упокоение душ наших умерших сродников, и благодетелей, и духовенства. Мы очень рады, что у нас есть сейчас такая замечательная возможность помолиться соборно о нашем духовенстве, о наших родных, близких, сродниках. Мы приглашаем к нам присоединиться всех, кто хотел бы вместе с нами читать псалтирь в пост и соборно молиться. За 2 недели до начала поста можно оставить свои координаты для составления графика чтения. Телефон для связи 8 928 407 89 64. Ксения.